В Актюбинской области большое внимание уделяется развитию сферы животноводства. Только по итогам прошлого года государственную поддержку оказали около 2000 формирований на общую сумму свыше 8 миллиардов тенге. Только на удешевление стоимости кормов было направлено около 3 миллиардов. Особый акцент также делается на поддержке птицеводов и переработке сельскохозяйственной продукции. Как это ни удивительно, но по информации областного управления сельского хозяйства, регион полностью обеспечивает себя куриными яйцами. В Актюбе действует крупная птицефабрика, где общее поголовье несушек составляет около 800 тысяч голов. Помимо обеспечения внутреннего рынка, часть продукции уходит в соседние области, а всего с учетом районов общее поголовье птиц, кур, гусей, уток и других видов составляет 1 миллион 400 тысяч. Однако для более полного обеспечения населения куриными яйцами и мясом птицы важно развивать это направление в промышленных масштабах. С России, дальнего зарубежья и так далее. Поэтому мы взяли курс, что будет, в области будут создаваться крупные промышленные объекты по птицеводству, яичное направление мы хотим, чтобы у нас создался и мясного направления. Сейчас пришел крупный инвестор, то агро ААА, учредитель, который находится в Астане. Сейчас планируется предоставить в Мартукском районе. В зерносеющих районах должны создаваться эти птицефабрики. В будущем, мы думаем, в Алгинском районе, в черте города Актюбе. Важно отметить, что большой толчок развитию птицеводства дала реализация проекта государственного масштаба «Аула Манате». Сельские жители имели возможность получать льготные кредиты на открытие собственного дела. К слову, только в прошлом году жителям населенных пунктов выделили финансирование на приобретение более 400 тысяч голов разных видов птицы. Необходимо подчеркнуть, что птицеводство в регионе относится к так называемым нетрадиционным направлениям сельского хозяйства. Нетрадиционная отрасль животноводства у нас развито в Актюбинской области. Пчеловодство у нас хорошо, ежегодно, динамично развивается, это пчеловодство. Пчеловодством занимается около 17 субъектов, в том числе один сельскохозяйственный кооператив, который насчитывает в своем составе около 40 членов. В последнее время с изменением правила субсидирования они вот последние два года не могут получать государственную поддержку. Я думаю, мы сейчас свое предложение министерству внесли. Может со следующего года будет доступно. На селекционно-племенную работу пчелосемьями есть такое направление субсидирования. Они получали несколько лет. Немаловажный вопрос отрасли – переработка сельскохозяйственной продукции. Важно отметить, что по итогам прошлого года на 4% выросло производство мяса, на 3% – молока. И в регионе действуют молока и мясоперерабатывающие цеха. Однако на низком уровне находится переработка шерсти и шкур. И одно из предприятий намерено открыть фабрику по обработке шерсти в областном центре. В этом году у них приобретение оборудования и строительство может закончиться, они на полном объеме. Это в городе, да. Мы по области ежегодно производим около 3000 тонн овечьей шерсти. Вводим в эксплуатацию этой фабрики. Думаем не только собрать всю шерсть в области, и мы будем завозить с других областей. Казфильтек собирается с этих собранных шерсти заготовить строительные материалы, типа изоляционные, утеплительные материалы. Планируется переработка шкур крупного рогатого скота. Тоже есть такая задумка, что завод запустится по производству желатина. Что касается повышения племенного поголовья, то с этого года отменили одно из важнейших направлений субсидирования – аренду быков-производителей. Специалисты отмечают, что это замедлит процедуру породного преобразования крупного рогатого скота. К слову, всего по области насчитывается около 700 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше 1 миллиона 300 тысяч голов мелкого рогатого скота, также в наличии 321 тысяча лошадей и более 20 тысяч верблюдов. Николай Сырбов, Бахыжан Едыгеев, телеканал «Актюбе».